привет! Сегодня в Охотника.нет у нас обзор компрессоров. Топ-3 компрессоров для PSP. Вот. Ну, соответственно, пожалуйста, смотрите видео до конца, потому что в конце у нас будет розыгрыш для наших подписчиков и не только. А сейчас мы начнем с рассказа о компрессоре. Это самый популярный компрессор. Это портативный компрессор Охотника.нет, наш фирменный. Он пользуется самым большим спросом. Он работает как от 12 вольт, то есть от автомобильного аккумулятора, так и от сети 220 вольт. Подключается он через такой специальный блок, который в комплект не входит, а приобретается отдельно. Стоит он недорого, всего 1900 рублей. Вот. Какие плюсы у этого компрессора? У него хорошая работоспособность. Он позволяет заправлять баллоны до 2 литров. Он не греется выше 40 или 50 градусов, вот такую жару, как сейчас стоит, благодаря двум мощным вентиляторам. Еще самая главная особенность – не нужно подключать воду, как у больших компрессоров, не нужно заливать масло. То есть, в принципе, компрессор не требователен. Вы его достали из автомобиля, поставили и заправляете винтовку. Кстати, довольно быстро. На втором месте у нас компрессор 1,8 киловатта, который может справиться с баллоном вплоть до 7 литров, конечно, не за раз, но с перерывами. Оптимальный объем баллона для него там от 2 до 5 литров, он справляется быстро, четко, очень качественно. Из минусов хочу отметить его вес по сравнению с портативным. Он весит порядка 15 килограмм, требователен к охлаждению с помощью водяной помпы, которая входит в комплект. Соответственно, погружаете ее в ведерко, и она качает по компрессору, тем самым его охлаждая. Вот. Справляется он вплоть до 350 атмосфер, можно винтовку заправить. Для винтовок он очень быстрый, очень хороший. Также требуется масло. Вот. Порядка там 300 мл где-то примерно. И датчик температуры на нем установлен, как и на портативном компрессоре. Соответственно, вы можете отслеживать температуру рабочую его и выключать время от времени, когда он перегревается. На третьем месте у нас вот такой здоровяк. Это компрессор уже 2,2 кВт с производительностью порядка 100 литров. У него уже ресурс гораздо выше. Он позволяет заправлять даже большие дайверские баллоны по 12 литров. Здесь масло уже заливается прилично, порядка пол-литра, а то и больше. Также насосик, который качает воду. Кстати, сейчас он у нас уже подключен. Вот. Датчик температуры и манометр с жидкостным заполнением глицерином. Он не боится вибраций и очень надежен. Такой компрессор уже весит 35 килограмм. И особо его в квартиру на третий этаж не поставишь. Зато он может без проблем задуть 7-литровый баллон, и вы им можете быстро пользоваться. Эти компрессоры можно купить у нас в магазине. Они всегда есть в наличии в охотника.нет. Вот, поэтому заказывайте. А теперь мы им поочередно каждым из компрессоров заправим вот такой малюсенький баллончик на 1 литр. И докажем их производительность. Посмотрим, за какое время каждый из компрессоров с ним справится. Поехали! Здесь, кстати, специальный переходник, он в комплекте с компрессором не идет. Вот, с быстросъемным креплением Quick. Здесь у нас на конце шланга Foster. И мы просто берем и подсоединяем. Закручиваем в баллон, баллон с манометром, все можно отследить. Вот. Переходнички такие тоже всегда в наличии. Их можно заказать или попросить у менеджера, чтобы он не забыл вам его заложить. Вот, компрессор у нас подключен, водичка циркулирует, чтобы его охлаждать. Закрутим стравочный винт, чтобы давление не уходило. Проверим все соединения и включаем. Прошло у нас всего 30 секунд, 100 атмосфер в баллоне есть. Сейчас посмотрим, за сколько справятся с этим объемом более маленькие компрессоры. Встраиваем воздух в начале системы. Теперь заправим компрессором 1,8 киловатта, который у нас топ-2. Также абсолютно все подключается как у большого компрессора. Заправлю стравочный винтик туго, водичка циркулирует, и поехали. Заправили до 100 атмосфер.
У нас потребовалась 1 минута, то есть этот компрессор заправляет в 2 раза быстрее, чем компрессор 1,8 кВт. Вот видна, в принципе, производительность. Сейчас ставим из 2 каналов. Ну что, это наш number one, топ-1. Это портативный компрессор. Вот, сейчас мы им заправим баллончик 1 литр, посмотрим на его производительность. Здесь уже осушитель. Работают вентиляторы, сразу автоматические вентиляторы на блоке. Вот, то есть по полной охлаждается без всякой воды и масла. Шесть с половиной минут с 0 до 100. Этот баллончик сейчас я отключу, еще расскажу. То есть достаточно долго, вот. Но эти компрессоры, чтобы вы понимали, они для того, чтобы закачивать все-таки винтовки. Вот. А винтовка, ну, пол-литра колба — это максимум, например, как у наших винтовок FX. Их, как правило, надо заправлять там со 120, со 150, насколько настроен редуктор, а не с нуля. Поэтому вам потребуется там 2-2,5 минуты, чтобы этим компрессором заправить. А это достаточно быстро. Например, насосом вы так близко не справитесь. Сейчас у нас температура порядка 33 градусов на улице. Вот, компрессор не нагрелся выше 40, вот, то есть тоже большой плюс. Вот, и, соответственно, он так и работает, это его рабочая температура в такую жару, в нормальную погоду, оптимальную, то есть там 20-25 градусов, он 30-35 градусов его рабочая температура. Вот, этот компрессор самый удобный, он работает от автомобиля, повторюсь. То есть куда-нибудь уехали, подключили к автомобилю, заправили винтовку, стреляете. Никаких насосов. Я бы сейчас просто был бы весь мокрый, все потекло в 33 градуса, заправлять этот баллон до 100 атмосфер. А у нас розыгрыш. Разыгрываем вот такие наушники Z-Tactical. Это реплика Peltor Contact 2. Очень правдоподобная. Наушники активные. Работают от 2 пальчиков батареек, есть прокладка камуфляжная. Вот здесь у нас кожзам, наушники классные, действительно похожи на американцев за 15-20 тысяч. Вот, батареечки очень удобные вставляются, в принципе воды дождика не боятся, конечно, если кидать в море, они потонут. Вот. Наушники эти разыгрываются среди наших подписчиков, а именно среди тех, кто оставит комментарий. Вы пишете только один комментарий с одного аккаунта. Какой компрессор, по вашему мнению, лучше всего бы подошел под ваши задачи? И среди тех человек, которые оставят этот комментарий, мы разыграем эти наушники. Доставка по всей России почтой бесплатно. Наушники и эти шикарные компрессоры для PSP покупайте в Охотника.нет. Всем пока!